Место это выбрано для того, чтобы мы могли здесь встречаться с нашими друзьями, нашими соотечественниками. Нас в Киеве очень много, на самом деле, но очень много работы, и не все могут себе позволить выделить больше времени на такие встречи. Очень важны такие культурные центры, где можно познакомиться с культурой наших народов в Крыму. Вот. Я пришел здесь познакомиться и встретить друзей. Такая была цель — показать, что мы имеем связь между друг другом, мы общаемся, помогаем. На сегодня у нас вечер встречи, обмен идеями, обмен мыслями, просто встреча с друзьями.